Здравствуйте, уважаемые друзья! Подпишитесь на канал, ставьте лайк. В операторе Изи можно смотреть фильмы, да, кино. И тем самым зарабатывать бонусы. То есть, если вы смотрите фильмы, вам будет давать бонусы. А эти бонусы вы можете потом обменять, например, на 10 гигабайтов, на 100 минут, бессрочный пакет еще на СМС, да. Смотрите, у меня уже накопился достаточно бонусов, да. Еще 600 бонусов, и все, я могу обменять на 100 минут. Так, давайте зайдем в кино, вот, смотрите, кино. Так, это примеры приложения, то есть новинки. Я не скажу, что здесь миллионы фильмов, но достаточно рейтинговые фильмы. Трафик не будет уходить, если вы абонент Изи. Например, я вчера посмотрел около 2 часов фильм, да. Нет. Интернет, то есть трафик гигабайт на месте стоит. Так, здесь по категориям драма, комедии. Один фильм может встретиться в другом жанре, ну, в другом категории. Это казахстанский фильм. А вот я вчера вот этот посмотрел, блин, понравился мне. Так, с казахскими субтитрами, триллеры, французский фильм, мелодрамы, боевики, аниме, семейные, биография. Особенно биография мне нравится. Я думаю, так. Так, я думаю, это фильм про Билла Гейтса. Нет, скандально известный фильм на блинов Ивена Сен-Лорана. Так, нажимаем смотреть. Фильм 2007 года. Документальном фильме. 4 лица. Так, почему креатив будущее ждет? Эми, про Эми, естественно, певица. Царство небесное. Дальше у нас мультфильмы есть. Фантастика. Это уже от тюркского народа. Фэнтези, детективы. Ужасы есть тоже. Видите, фильмы не очень много, но есть нормально. Зато рейтинговые, кассовые. Проклятие, обитель зла. Трафик не будет уходить, то есть безлимитно. Это раз. Вы будете наоборот зарабатывать бонусы. Вы же знаете, что можно обменять. Зеленая книга. О, фильм это на реальных событиях. И субтитры есть. В 2018 года. Называют большие. Пиши, как я сказал. Ставьте лайк, подпишитесь.